Екатерина Климова – звезда российского театра, кино и телесериалов, прославившаяся. После роли в сериале «Бедная Настя». Многодетная мама, бывшая супруга актера Игоря Петренко, обладательница прекрасного вокала. С первым мужем Ильей Хорошиловым актриса начала встречаться еще в школе в 15-летнем возрасте. Все шло по заведенному сценарию. Предложение руки и сердца после выпускного, свадьба, рождение дочери Лизы. Девочка появилась на свет в 2002 году. Но с приходом популярности в семье Екатерины начался разлад. Но актрисе и в голову не могло прийти забрать ребенка и уйти от мужа. В 2003 на съемках сериала «Московские окна» девушка сблизилась со старым знакомым по училищу Игорем Петренко. Уже тогда между молодыми людьми промелькнула симпатия, но дали волю серьезным чувствам они только во время работы над продолжением «Лучший город Земли». Оба актера на тот момент состояли в браке. Какое-то время Катя пыталась строить тайные отношения, но в конце концов устала и коротко попросила Игоря «хватит». Они не виделись целый год. За это время Петренко успел развестись с супругой, а Екатерина, вынужденная каждый день вымученно улыбаться мужу, находилась на грани бракоразводного процесса. И все же Игорь не смог выкинуть мысли о Екатерине из головы и, не выдержав, сам позвонил девушке. Месяц спустя возлюбленные начали жить вместе. Родители Кати были в ужасе, а первый муж Екатерины не оставлял попыток вернуть бывшую супругу и дочь, пуская в ход весь арсенал уловок от пышных букетов до угроз пристрелить женишка. Но все было напрасно. Свадьба Екатерины и Игоря состоялась ровно в канун 2005 года, 31 декабря. Роскошной церемонии не было, молодые опоздали в ЗАГС и явились без колец, расписались по-быстрому и отправились праздновать Новый год в браке с Петренко. У Екатерины родилось двое детей. В 2006 году сын Матвея 2 года спустя на свет появился мальчик, получивший имя Корней. Союз Екатерины и Игоря считали образцовым, нередко сравнивая их пару с Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом. Однако в конце 2014 актриса огорошила поклонников заявлением о разводе. «Наши отношения в прошлом, никаких разногласий у нас нет», – прокомментировала новость Климова. Екатерина недолго пробыла в статусе одинокой дамы. Летом 2015-го таблоиды запестрили заголовками, сообщавшим о свадьбе Екатерины и Гелы Месхи. С этим актером Климова познакомилась на съемочной площадке сериала «Волчье солнце». Вскоре стало известно имя четвертого ребенка Екатерины Климовой. Актриса назвала родившуюся девочку необычным именем Белла. Дети от предыдущих супружеских союзов остались жить с мамой и новым папой. Казалось, что в их паре все идеально. Но летом 2019 журналистам стало известно об их разводе. Комментируя развод, Екатерина намекнула, что актерским парам часто бывает сложно из-за загруженных графиков, съемкам, постельных сценах. Как ни крути, вызывают ревность, а также постоянной конкуренции из-за того, что они редко видятся. Нет возможности на берегу обсудить возникшие проблемы, и они копятся, как снежный ком. После развода Екатерина намекнула, что не свободна, но не называла конкретных имен, так как не желала выносить отношения на публику. Климова по праву считается одной из самых красивых и стильных российских актрис. В начале 2023-го она отметила 45-летие, однако, как отмечают зрители, с каждым годом выглядит все моложе. А вам нравится эта артистка? Пишите свои мысли в комментариях.